подготовка вот сейчас на сегодняшний день это оптимальный состав, то, что он уже будет участвовать в универсиаде. Было 25 человек, вызывали на сборы, сейчас вот остановились на этом составе. Единственное, что сегодня не было еще Мадьяра и Грабекова. Ну, две у вас, два звена у вас, одно из, да, из Орлана, да, второе из Орлана, сыгранные линии, да? Да, так получается. Помогает, да, это? Ну, конечно, все это помогает, особенно большинство. Сегодня вели-вели, потом расслабились? Да нет, это не расслабились, это, думаю, там делали определенные ошибки в обороне, конечно, пропустили сегодня. Неважно, сыграли, а, наверное, слабое звено было в обороне. Но я думаю, у нас немножко есть, разберем ошибки, я думаю. Клубы, как вообще, ну, в многих командах идет сезон, как охотно, неохотно отпустили игроков, там, тот же Торпедо, да, там, 40, 40. Нет, отпустили, без разговоров, все нормально. То есть состав тот, который вы хотели, или все-таки вот по возрасту-то получается, я так посмотрел, вроде есть игроки, которые... Ну, видите, там же есть игроки Борыса, они играют сейчас за попадание в плей-офф. Так, в принципе, то, что хотели, фактически мы все получили. Единственное, у нас там выпал по травме Саня Карпичев. Значит, он будет здесь. Ну, по соперникам уже известные наши соперники, да, там команды, что можете сказать? Да, вы понимаете, здесь сейчас тяжело делать какие-то выводы в том плане, что... С каждым десятком новые команды приезжают. Например, очень хорошие были чехи на той универсиаде. Сейчас они в нашей подгруппе. Шведы, не знаю, что с ними. И канадцы, американцы всегда тоже новые, студенческие. Ну, студенческие, но у них очень сильные в любом случае, хоккей. Да. И они всегда привозят хорошие такие боевые команды, с ними приезжают. А россияне там, по-моему, вот это в Тверь? На базе Тверь, да, по-моему. Ну, вы видели Тверь же, как играть? Примерно, что можно сказать? Ну, хорошая команда, тоже усилена игроками высшей лиги тоже. В том числе и с Торпедовским, я говорю, там ребята усилены. Ну, хорошая, я думаю, забила команда. Они всегда ставят задачи тоже хорошие. Вот с канадцами, как, ну, придется, конечно, бодаться и, скорее всего, драться. Ну, надо с ними еще попасть. Да. Я к чему говорю. Вот мы все-таки рассматривали как кандидатуру нашего знаменитого Тавгая. Или все-таки поигрываем? Понимаете, на таких чемпионатах, в командах, вы видели где-нибудь Тавгая? В чемпионате мира? А по игровым все-таки хотя он... Хотя у Дамира, понимаете, не в том дело, у него дисквалификация, он не может играть. Так нет, у него уже КХЛ, скажи, дисквалификация. Она распространяется. Вы провели две тренировки здесь в Алматы и сегодня сыграли. Что бы вы сказали по поводу качества льда и атмосферы здесь? Честно, лед оставляет желать лучшего. Но он не мягкий. Вчера он на тренировке был сильно переморожен, прям кололся просто. Сегодня, вот видите, вроде немножко отпустили, но в третьем периоде вода стояла. Здесь будет зритель, я не знаю. Ну, то есть нужно, думаю, корректировки ввести. Не душно ли здесь во дворце? Сейчас ребят спрошу еще. Да? Вы еще не узнавали? Ну, пока, думаю, душновато все равно. Вот я вспоминаю, да, когда алматинский «Инбек» вы играли, ну, когда там Юра Леонов, там Девятков, все эти Филиппов, все эти смотрели на каждый, ну, как в дворце спорта. Вот можете сравнять, все-таки сравнить вот тот, скажем, стадион и тот лед, да, ну, как игрока, да, когда вы играли, и вот сейчас вот здесь все-таки что? Нет, сейчас однозначно качество льда во дворцах лучше, потому что новые установки ставятся лучше. Потому что в том дворце, например, когда было сильно жарко на улице, а там холодильные установки стояли далеко от дворца, и пока это все дойдет, лед плыл, например, тоже. Сейчас, конечно, лед, тем более в новых дворцах, с новой установкой, все качество. Если за ним правильно, просто хорошие специалисты все правильно наладят, все должен быть хорошим. А вы изначально собрались УТС проводить в Астане, да, и потом приехали сюда в Алмату, и вы провели только одну товарищескую игру. Этого будет достаточно для подготовки? Всегда хотелось бы лучшего, но я думаю, да, достаточно. Потому что ребята все равно все сейчас с игр, они буквально вот сыграли, сразу мы сыграли после игры, например. Что на матч, что как штаб, что ребята из Павлодара, они после игр сразу приехали. Что с Торпедо, они все. Поэтому все в игровом режиме команды, поэтому игроки. Поэтому нужно просто наладить немножко взаимодействие, взаимопонимание. Думаю, это, ну, у нас еще есть два дня, мы сейчас проберем ошибки,
То есть только тактические, да, действия? Физическое состояние? Физическое нормальное состояние, тактического плана, да, немножко допустили. С вратарем определились, кто будет первый? Ну, они два равноценных вратаря, как грязь.